Вы такая красивая. Ой, спасибо. Вы такая ум. Спасибо как раз папе с мамой, потому что и они маме вас, спасибо, вас, и папе. Вас сделали. Вот вы умная, вы талантливая. И что большая редкость в нашей отрасли, в телевизионной, в шоу-бизнесе, в кино, вы очень порядочный человек. Скажите, как вам живется вообще с таким набором качеств? Не одиноко ли? Нет, вы знаете, Женя, я думаю, что представление о том, что наш мир ужасен, нами самими сильно, так сказать, мы прилагаем усилия для того, чтобы это пропагандировать. Так. На самом деле, я встречаю огромное количество порядочных людей. То есть вы не утратили веру в человечество, вот совсем, я не утратила веру в человечество, да. Я вам скажу больше. Угу. Я даже для себя такое вывела, не знаю, правило, принцип какой-то, который я вот поняла, угу, проживая жизнь, что на самом деле, наверное, вообще вся суть, так сказать, жизни заключается в том, что несмотря на разочарование, несмотря на те, так сказать, неудачи, которые нас постигают, именно сталкиваясь с людьми, не утратить веру в любовь, в людей, в любовь, в то, что все будет все равно хорошо. Это угу, тоже какой-то такой, ну, нужно прилагать к этому некоторые душевные усилия, но это единственный правильный путь.